Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Альберт Шарль Огюст Росине, французский художник по костюмам, иллюстратор, художник и автор нескольких неоднократно переиздаваемых по сей день работ по истории костюмов и орнамент. Родился 20 июля 1825 года в Париже, а умер в 1893 году. Как литограф и рисовальщик, он сначала получил образование своего отца Шарля Огюста Росине. Дальнейшее образование получил в школе Дедесен в Париже. С 1849 по 1874 год участвовал в ежегодных выставках Парижского салона. Но его значение он приобретает благодаря своему вкладу в качестве иллюстратора научных, особенно художественных и костюмированных произведений. Я зачитываю переводную Википедию. Начал свою работу в этой области в 1840-х годах вместе со своим отцом над работой с панелями по образцу Фердинанда Сера и текстами историка Шарля Леопольда Луандра, которая должна была появиться под названием «История костюмов и развлечений» на Майене. Наиболее известен благодаря публикации двух крупных живописных работ по истории дизайна. Они называются «История костюма» и «Украшение многоцвет». Опубликованные 10 частями в период 1869 по 1873 год, первая итерация многоцветного орнамента, цветной орнамент, так называлось, представляет собой визуальные записи из 10 работ декоративно-прикладного искусства от античности до 18 века. Работа имела такой огромный успех, что в 1875 году Росине выпустил вторую серию, на этот раз уже из 120 работ, обновил ее, включил в нее также рисунки 19 века. Образы представлены в обеих сериях, взяты из широкого спектра различных материалов, включая изделия из дерева, металла, архитектуры, текстиля, живопись и керамики. В издательстве Фемин Дидот Десье он работал гравером и художественным руководителем с 1869 по 1888 год. Стал членом почетного легиона 5 августа 1878 года. Ну вот так вкратце, данных не очень много, переводная Википедия, данные, которые я нашел в интернете, о французском художнике по костюмам, иллюстраторе, авторе нескольких неоднократно переиздаваемых по сей день работ по истории костюмов и орнаментов, Альберт Шарль Огюст Росине. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.